Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатибургер, двухкотлетный. Воу, надеюсь, из Макдональдса, а не из Бургер Кинга, там мне больше нравится. И сегодня мы находимся там, где людям на работе платят не деньгами, а настоящей жрачкой. Мы находимся там, где 12 июня каждый год национальный праздник святой шаурмы. Мы находимся там, где каждые 4 года проходят Олимпийские игры по скоростному поеданию бутербродов с майонезом. А, ну я поняла, мы находимся в Туапсе. В Туапсе на самом деле лучшие повара вообще во всем мире. Да-да, если вы учитесь в туапсешной школе, вам очень сильно повезло, что вы едите нормальную еду. И достаточно вкусную. Не спрашивай, откуда я знаю. У меня там много кто живет. Реально вот много. Кто у тебя живет в Туапсе, если ты знаешь, что там самая вкусная еда на всей планете? Откуда? Ну, мне рассказывали, подписчики рассказывали, кстати, писали в комментариях. Ну, слушайте, ну это, наверное, первый раз, когда я прям завидую тем, кто сейчас смотрит ролики с Туапсе. Слушай, если у них там самая вкусная еда в мире, так может мы в Туапсе после карантина сразу же поедем? Давай, вот, ребят, скажите, что у вас в школе самая лучшая пицца. Вот, отвечаю, давай. Если Катя отвечает, значит едем в Туапсе. Уи! Погнали за жрачкой! Вот ты прям нашла время для рыбалки. Вот прям сейчас, да, ты хочешь рыбу словить? Ты думаешь, я рыбу ловлю? А кого Нет! ты ловишь? Бога Майнкрафта, кого же еще? Ты бога Майнкрафта в речке ловишь? Слушай, мы его искали уже везде, где только можно. Таким образом, еще нет, поэтому не мешай. Ну, кстати, да, на небе мы его не нашли. В шахтах мы его не нашли. В аду мы его не нашли. Клюет! Ну, это же не бог Майнкрафта, ты рыбу словила, Кать! Сырой лосось, отстой. Ну, ладно. Ладно, забери ты его, пошли. Пошли. Опа, кстати, я же изначально там заметил то, что сразу деревню мы с тобой нашли. Конечно, это же Майнкрафт, но... Конечно, да, как без деревни. Как без деревни Майнкрафт, но лови яйцо. Опа. Ай! Вот реально, вот не успели мы зайти в Майнкрафт, как бог Майнкрафта сказал то, что мы сегодня будем находиться в том месте, где лучше всего на этой планете кормят. Я даже предположить не мог, что это реально Туапсе. Ты не видишь там вдалеке? На крыше, смотри. Тортики? Тортики! Тортики там на крыше, тортики сям на крыше, тортики там левитируют где-то. Ой, последний раз, когда мы с тобой натыкались на тортанутую деревню, тогда вылетели феи и... Спасибо, вот ты видел, ты знал, что я сказал-то, ну! блин! Последний раз, когда мы натыкались на вот тортанутую такую деревню, вылетели феечки и превратили Катю тоже в феечку. И вот мне та серия совершенно не понравилась. Я надеюсь, а что... мне понравилось. Тебе понравилось? Конечно, тебе 30 алмазов после той серии дали. Слушай, ядреный случай, колодец полностью из тортиков состоит, Кать! Слушай, ты смотри, домики похожи на пасхальные куличи. Так, ну это, походу, кондитерская какая-то деревня. Слушай, если здесь везде тортики, то, наверное, в сундуках, в домах тоже кучу тортиков. Давай тогда мы с тобой распределяемся. Я вот в эти сундуки иду. Так, а я в дальний дом пойду. У меня сейчас очень много вопросов и... Кать, меня походу вштырило не по-детски! Иди сюда, пока ты чупакабра не убежала! Ты чё, опять тортик какой-то съел не тот? Я яблочки нашла, ты где? Матерь божья, я тебе сейчас скажу, кого я увидел, но это, ты походу, ты не поверишь, это чернобыльская, чернобыльский тушканчик какой-то только что возле меня был, на печеньку похож был. Так ты сам как печенька, ну-ка сними броньку. Чё? Я тебе говорю, броньку сними! Печенька туда побежала, вот в ту сторону! Вот туда куда-то! Раздевайся! Кать! Ну не... ты не сейчас же! месть! Подожди... Да сними ты уже броньку, Ты ж сам сейчас на печеньку похож! В смысле тебя вштырило? Кого ты там видел? Это какая-то печёночная ветрянка какая-то, Кать!
Я тебе говорю, пришел, какая-то дичь мелкая на печеньку похожая пришла с такими маленькими ручонками и ножоньками, что-то попрыгала возле меня, стекла поломала в доме, вот, и убежала к чертовой бабушке. После этого я сам в печеньку превратился. Признавайся, она тебя укусила. Она не укусила, она просто тряслась передо мной вот так. Опа, опа, вот так, тык-тык-тык-дрык-дрык-дрык, вот так делала и убежала потом. Подожди, подожди, тихо-тихо-тихо-тихо, попугай. Попугай прилетел. Какой попугай? Только что пролетел красный попугай еще. А, это ты меня сейчас ударил? Это... Не, они тебя сейчас сожрут и сдохнут, убегай от них. Ты дуреван, ты попугай, нельзя печеньки кушать, вы же сдохнете из-за этого. Ядреный просто... Туапсе или как его там зовут? Ты реально печенюха, мои догадки подтвердились. Куда поплыл? Попугаи, отшибитесь к чертовой бабушке от меня, вы же меня сейчас убьете. Последнее предупреждение, стой. Анируш, крылья вверх, не двигаться, ни один, ни второй, ни третий, стоп. Если я превратился в печеньку, это не значит, что вы меня можете сожрать. Вы вообще адекватные, попугаи в Майнкрафте умирают, если их печенькой-то покормить, успокойтесь. Ненормальные, на, держите морковку. Вот, каждому по морковке. Идите кушайте, забирайте. А я можно мне морковку? Я проголодалась что-то. Отвалите от меня! Я не люблю попугая, все это знают. Кать, иди. Ты или белыми прыщами только что покрылась, или ты все же реально Екатибургером двухкотлетным стала? Нет. Подожди, ты печенька. Окей. А ты бургер! А ты бургер! Макдональдсный, как ты хотела! А, что-то надо было, наверное, поосторожнее-то со своими желаниями-то быть, да? Что, реально? А я понял. Я понял! Последние 10 серий Майнкрафт, но я в комментариях только видел те комментарии, когда подписчики писали, что, мол, Эдисон, запишите с Катей серию Майнкрафт, но мы не перестаем становиться едой. Ну вот, бог Майнкрафта, видимо, тоже зачитался этих комментариев. И вот, пожалуйста, вот это опять вы виноваты. Опять вы виноваты. То есть я печенька, ты бургер и попугай нас... Ядрёный пельмень! И попугай нас сожрать-то вообще хотят! Вот, Кать, на рыбу! Я не знаю, что попугаи кушают. Пошли. Я не знаю, что они кушают, то пусть улетают нафиг. Ты, конечно, сочная, аппетитная женщина, прям в расцвете всех своих бургерных сил, но я лучше на тебя смотреть не буду. Пошли отсюда к чертовой бабушке. Отстаньте! Кать, на счет три сваливаем. Раз, два... Да уже валим уже! Что это? Это граната была у тебя заторможенная, какая-то реакция. Валим отсюда! Ну ты предупредить-то мог, я же вообще не соображаю. А ты мне объясни, пожалуйста, почему мы через пустыню-то побежали, а? У меня сейчас все котлеты-то потают, соус-то потечет весь из всех щелей, а? Ну нам надо сдрыснуть от того места, откуда мы сейчас убежали. Меня попугаи чуть не заклевали, это раз. Как бы, а почему ты фастфуд, а почему я сладкая, а? Я как бы сладкое вообще не ем, да и фастфуд не ем. Я вообще перчиком должен быть. А я вот ем и сладкое, и фастфуд, поэтому как бы мне нормально. Ага, пошли. Может, мы здесь найдем какое-то противоядие. Каждый раз, вот реально, мы с тобой уже так давно не превращались в кого-то. Каждый раз, когда мы в кого-то превращались, мы находили противоядие. Возможно, сейчас мы тоже сможем его найти. Так, все, давай за мной. Давай, быстро! Ой, тут мистер Крипер, а я его убью из винтовочки. На тебе, собака. Ага. Ой, еще один! Прости. Да, давай, быстро! Японский горнолыжник, чё так много криперов-то? Давай, запендюхивайся, давай, быстро, тихо, падай. Тихо. Да я боюсь, подожди, я же бургер. Так не на кнопку же! Ты на кнопку пала, только не говори, что ты на кнопку пала. Ты на кнопку пала! Шёл третий год, когда Катя играет в Майнкрафт. Я реально не на неё целилась! Кто меня столкнул-то? Я даже тебе... Попытка номер... Я уже даже не знаю какая. Какой тысячный раз ты попадаешься на одну и ту же самую ловушку? Ты мне можешь сказать? Я... Какой? Да я никогда не попадалась. Это все криперы меня запутали. Какой? Да ты уже столько раз взрывалась в этой ловушке, ты же с ума можешь сойти. Там ничего с сундуков не выпало случайно, Кать. Да даже если там было противоядие, нам это никогда не узнать. Все взорвалось к чертовой бабушке. Ну, выпало. Вот что-то мне попало в инвентарь. Я не знаю точно что, но вроде как чародейская книга на остроту 3 и 2 алмаза.
И 3 изумруда! Ну ты мать везучая, подорвала себе всю сракостанцию, так еще и изумруды выбила. Да я нечаянно, я правда нормально упала, она прям миллиметр зовут коснулась и все, и пипец. Ладно, пошли. Стой. Если здесь была... Стой! Подожди, тогда не перебивай ты меня! Если здесь вот эта гробница, значит где-то рядом должна быть деревня. Пошли давай, пошли. Да остановись ты, я тебя съесть хочу. Чё? Моя вкусняшка, иди сюда. Кать, ням-ням-ням. Мне немножко не по себе становится, когда ты два раза за одну серию сначала сказала, чтобы я вот это раздевался. Сзади крипер, Кать! Крипер! Ты сегодня сказала, чтобы я раздевался, это раз, а сейчас ты мне говоришь, что ты меня скушать хочешь? Ты такой шоколадненький и так вкусно пахнешь, я люблю шоколад. Дай мне тебя укусить. Господи, только не это, пожалуйста. Мяу-мяу-мяу. Я как будто пошел на пляж загорать и крем от загара с собой не взял и уснул на 2 недели подряд. Кать! Так многие о таком загаре только мечтают. Ну так я понимаю, о нормальном загаре. А я сейчас просто осталась какой-то... Я шоколадный заяц. Вот это я ласковый мерзавец. Я сладкий на все 100. О, смотри. О. Тебя уже поджидают там наверху. Опять попугаи какие-то. Пошли выйдем с другой стороны. Пойдем. Пошли, пошли, пошли. Так, сначала... Кать, сначала попугаи, сейчас зайцы. Зайцы морковку кушают, они шоколад. Или они тебя хотят съесть, почему? Тихо, тихо, пошли. Не-не-не, походу ты их привлекаешь. Оперный театр, да почему так криперов? Пацаны, чё, девушка моя умерла, вы духа отстаньте хотя бы от меня, держите свёкалку, покушайте. Ёханы, да почему я в этой серии-то сладким становлюсь, а Катя фастфудом каким-то? И нашла. Нашла шоколадка ты моя. Молочная или темная? Это ты молочная. Только не шоколадка, а сосисончик. Давай обзываться не надо, вот, пожалуйста, хорошо? Ты сосиска под горчицей. Я говорю, давай без вот этого, вот, ну... Это без вот этого, вот, ты только что вот этим бургером был, а сейчас ты хот-дог ходячий, с кетчупом на лице. Я хот-дожик? Ты хот-дожик? Да почему я сегодня сладкая, почему ты сегодня фастфуд? Ура! Я хот-дожик. Зайчики! Я бы этому не радовался. Так, пошли в эту деревню, возможно, мы в ней найдем уже, пожалуйста, наконец-то противоядие. Ты понимаешь, что мы с тобой находимся посередине пустыни, а я темная шоколадка, я же могу растаять любую секунду. Кать, боже, мне вот так не нравится, вот это как я выгляжу. Нет, с одной стороны, у меня прям как будто мускулы появились, бицепсы, трицепсы, но что-то как-то вообще не очень. А мне нравится быть хот-догом, правда, что-то как-то тяжеловато передвигаться. Конечно, тяжело, ты тяжело. Сосиска огромная, конечно, тебе тяжеловато передвигаться. Так, заходи, чтобы эти кролики... Я, пацаны, или пацантра, я последнее предупреждение вам даю, сдрысните отсюда! Я не буду с вами делиться ни шоколадом, ни сосиской. На раз, два, три, вот туда побежали. Раз, два, три, побежали. Хот-дог стоит 30 рублей, покупать будете? Кого? А чё он не хочет? Я ему хот-дог предлагаю, он не хочет покупать. Так, давай посмотрим. Тыквенный Давай. Пирог, тыквенный пирог, О-о-о. Тыквенный пирог, все это мне. Отдай! Не отдам, ну на, две штучки, пошли. Смотри, вот Кать. Щедрый. Опа. Опа, печеньки, иди сюда, печеньки. Так вот, печеньки надо. Печеньки мои. Надо было и покормить вот этих попугаев, почему они нам раньше не попались. Так, все печеньки себе забираю, пошли давай. Как ты это делаешь, как ты так быстро все собираешь, я, блин, по одной печеньке передам. Контрол, зажимай мышкой. Это читерство. Тихо. Тихо. Стой на месте. Мне кажется, кто-то учуял запах свежей сосисонки. Там еще... На пирог отстань. Кать, я очень сильно сомневаюсь, что волки пирог кушают, они запах сосиски учуяли. Не подходи ко мне. Слушай, вот зайчики и попугайчики это... О, тут еще... Нет! Ну, к большому сожалению, патроны на дробовик кончились, поэтому, Кать, земля типуховик, как говорится. А у меня-то есть патроны. Прощайте, собачки.
А, ребятушки, давайте вы пойдете нафиг отсюда! У меня патроны это не бесконечное количество! Ай-яй-яй! А что ты там, шоколадка вонючая, а что ты там стоишь, не помогаешь мне? Да они вонючие! Да ладно, хоть хорошо, одного помогу шандарахнуть, ну им-то на меня какая разница? Они же не кушают шоколадку, они сосиску максимум могут заточить. Последний патрон, тихо, они, блин, такие еще изворотливые. На! Не попало, все. Съедай. Ох, они ты попал, отстаньте, мы уже ваших пацанов завалили, сейчас и вас завалим. Пошли, 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 пошли. Молодец-то какой, все, последний убежал, Кать. Наше спасение, возможно, в этой деревне. Я, по крайней мере, очень сильно это надеюсь. Так, иди, смотри по сундукам, заходи вот в этот дом и давай в следующий, и попытаемся что-то с тобой найти. Алло, у меня травма, на меня только что 4 волка напало, и чуть Кать, не стой, съела. Стой, 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 стой. Опять ты? Сам, стой. Вообще ни стыда, ни совести. Здравствуйте, Ован. Заходи внутрь, пока мистер Крипер не пришел. Зайди внутрь. Иди сюда, мистер Крипер. Кать, ты дуримон, да зайди внутрь. Все, тихо. Вот так, смотри, что там в сундуке. Да ты с ума сошла? Что у нас тут? Хлеб, священное яблоко. Хлеб, священное яблоко. Священное яблоко? Ну, не знаю, я одно себе забрала. Вот. Подожди, подожди, подожди. Так может это и есть наше спасение? Нам так... Зачарованное священное яблоко. Подожди, если мы его сейчас сожрем, тогда мы, может, превратимся в нормальных людей, а не в ходячую сосиску и в темный горький шоколад, а? Подожди, подожди, ну давай мы не будем есть все подряд. Пошли еще походим по деревне, посмотрим, что кого. У нас нет времени, там крипер, Кать! Закрой дверь! Закрой дверь! Нету его здесь уже, ушел! Ушел твой крипер! Ненормальное, просто ненормальное. Ой-ой, опять все мистера Криперы всю деревню тут поразбомбили. О, арбузики ой-ой валяются. Неплохо. Кать, пожалуйста, ну нет времени тянуть. Давай мы просто захомячим вот это священное яблоко и все. Сзади Крипер! А давай я тебя захомячу. Ты теперь еще более аппетитный. Можно тебя лизнуть? Пожалуйста. Ну давай хотя бы ты меня лизать не будешь, Кать! Так ты лизательный! Что я могу сделать? Хорошо, что не сосательный хотя бы, в смысле... Ты мороженка. Ну, хорошо, что хотя бы мороженкой можно лизнуть, а не чупа-чупс, и можно... Успокойся! Блин, мне нравится быть едой, это круто! Сам еда, и тебе еда не нужна, ты можешь сам себя съесть, когда ага, ну давай откуси себе руку, пожалуйста, ну иди сюда, ну давай заточим это яблоко, ну я тебя прошу, я не хочу быть сладким! Ты так... Да сраные мистеры Криперы эти в этой серии, да сколько можно вас здесь? Ты хотя бы фастфуд! Может быть, мистер Крипер тоже хочет мороженое? Я не хочу, чтобы меня лизал мистер Крипер! Кать! Священное яблоко. Ну, не знаю, давай съедим. Ой, а это кто? А вот это тот чувак, о котором я говорил в начале серии. Он передо мной стоял, вот так вот делал, дрыг-дрыг-дрыг-дрыг-дрыг-дрыг-дрыг, потом сломал стекло и потом убежал. Вот, а вот, вот они так делали. Секта дебилов просто, они все так делают. Дрыг-дрыг-дрыг-дрыг-дрыг-дрыг-дрыг-дрыг. Так они безопасны. Давай дружить. Давайте дружить, ребята. Вы будете дружить или вы... Тоже лизать будете! Кать, я не знаю, будут они лизать, будут они дружить. Я кушаю это яблоко. Я тоже. Вот как я вовремя его съел. Я скушал это яблоко, надеюсь, то, что я рано или поздно превращусь в нормального, адекватного человека. И дружи с этими самыми ненормальными, которые дрыг-дрыг-дрыг-дрыг-дрыг вот так делают, а я побежал домой. Хоть у нас дома нет, но все же я побежал домой. Пока. Ты где? Подожди, я потеряла тебя. Опа. Стой, ты уже, подожди ты, меня! Ты уже нормальной стала! Ты уже нормальная! А что, реально помогло, что ли? Ну тебе помогло, мне походу в этой жизни вообще ничего не поможет. Меня печенька что ли бьет? Господи, я не знаю, что происходит в этой жизни. То ли это галлюцинации, то ли это что? А че блоки-то полетели? Вот и я не знаю, вот, наверное, не стоило вот эти яблоки кушать. Ладно, пацаны, рассказывайте, как жизнь молодая? Ой, залипание клавиш включилось нечаянно. А есть еще одно золотое яблоко? А то мне кажется, одно мне точно не поможет. Ну ладно, согласен, весело.